Тем временем в Якутске заработает система дифференцированной оплаты проезда в маршрутных автобусах. Новые правила вступят с 1 декабря. Пассажиры теперь смогут сами выбирать размер платы за проезд. Стоимость одной поездки будет зависеть от частоты пользования маршрутками. Репортаж Розалии Борисовой. Сегодня за пользование маршрутным такси все пассажиры оплачивают по единому тарифу 20 рублей наличными и 17 рублей по транспортной карте. С 1 декабря плата за проезд кардинально изменится. Но, как оказалось, горожане мало знают о предстоящих нововведениях. Честно, ничего не могу сказать. Я езжу очень мало на автобусах. Но удобнее, конечно, это будет, наверное. Ой, я даже не в курсе, что меняется. Я даже не знаю. Нейтрально, конечно. Подражает же. Дорого будет, кажется мне. Я каждый день, например, я пенсионерка, каждый день по 2-3 раза езжу куда-нибудь. Ну, я слышала, что подорожает, но... Ну, конечно, отрицательно, я же пассажир. Там же, по-моему, сроки, да, говорили, это очень неудобно, мне кажется. Но на самом деле пассажиры смогут платить намного меньше, чем сейчас. Все зависит от частоты пользования автобуса. Но для этого пассажирам нужно будет покупать каждые 40 дней ультравайт-карты. Продаваться они будут во всех теплых остановках и в самих автобусах. Новые карты будут выглядеть вот так. Они картонные, одноразовые. Это будут так называемые поездочные карты на 20, 40. 60 поездок. Они будут действовать в течение 40 дней. Больше всего сэкономить смогут те, кто покупает карту на 60 поездок. Цена проезда составит 16 рублей. 18 рублей для пассажиров с картой на 40 поездок и 20 рублей на 20 поездок. Карты Ultralight — это разовые карты будут. И они будут продаваться во всех терминалах Алмаз-Регионбанка, а также во всех киосках Горпечати. И еще дополнительно мы тоже места изыскуем. Оплату пассажиры должны будут вносить строго при входе в маршрутное такси. Но порядок начнет действовать с нового года. Тем самым не надо здесь пугаться, ничего страшного там нету. Все оплачивают при входе. И это не говорит о том, что пока почему-то все думают так, что руку через дверь не просунешь и не оплачешь проезд, в автобус никто не пустит. То есть войти в автобус в течение одной остановки, оплатить проезд. Все действующие социальные карты также будут работать. По транспортной тариф составит 21 рубль. Самым дорогим станет наличный способ оплаты – 25 рублей. После Нового года пассажиры также смогут применить для оплаты проезда банковские карты или карту онлайн с электронным кошельком. Розалия Борисова, Георгий Григорьев, МКСХ, Якутск.